Wow! Cats! Cats! Это Лешин! Это для Евы и малыши! Точно! Подождите, вот такие собаки! Cats! Вау! Вот это да! Дурочка! Скоро будет твой подарок! Что это? Смотрите, что Еве подарили! Вау! Это Еве и котятам! Вот это Еве! А вот это котятам, смотри. Я как Ева. Точно. Евуля. Тебе подарок. Деда... Смотри, печенья нету. Ева. Поел печенье. Это тот, что ты заказывала или нет? Да. Отлично. А это кому? Ну, а что написано? Максим. Ей это. Евуля, я тебя оставлю на крышу. Самые важные подарки это для собак. Ну что, угощайте эту, как это, не именинницу, а как эту, вот эту, вот эту девочку маленькую. Она заслужила подарок от Деда Мороза. Малышка. Поделись малышом. Малышка. Ну, она такая девица все время. Ага. Очень воспитанная. Что у меня еще? Катерина. Катерина. У меня три подарка. Эппл? Да. Что это может быть? Вау! Это... Что реально? Это? Реально? Он что, для тебя? А это теперь что? Должен быть чехол? Не знаю. Он что, тебя подслушал? Ты это заказывал? Это тот, что нет, ты хотел? Нет, не заказывал, но я сюрприз заказывал. Да, это чехол! А что у меня? А Дед Мороз не перепутал? Почему-то Катя синий, а тут розовый. Макс, давай поменяемся. Подожди, розовый? Ну, смотри, картинка какая. Не-не-не, это, я думаю, Силвер, а это, я думаю, вот этот Дарк. Давай а ты хоть модель знаешь? Увидел, что это за модель, да? Да, это iPad Pro. Ничего у меня себе. Меня тоже. Вау. А мама зевает. А мама зевает, потому что Макс полночи не спал. Я только заказывала вот этого и что и какого-то медвежонка, а он. А вместо медвежонка получился планшет. Так... Вау! Круто! У нас все время был просто нормальный iPad 6. О май гонус! А вот это 4 Pro. Макс, смотри на это! Тут еще есть прозрачная! Да, это прозрачная! Ой! Максим! Написано? Да. Ничего себе! А у меня что? Вот как? Это да! У тебя Силвер цвет. Макс все знает. Один взгляд на коробку, и Макс в курсе дела уже знает, что и зачем. Я это знаю, Катя Силвер цвет. А, подожди, он такой же квадратный, как и новый 12-й iPhone, да? Вот эти грани квадратные. Ну, легонько его держи и вниз, чтобы... Вот так, так, так. Нет. Да-да-да-да. У меня белый. Нет, это Силвер. Белый. Катя, есть только Силвер и Сквиз Грейвер. О, немного Силвер, да. Катерина. Вау, подписанные планшеты. Вот это круто. Кстати, мне интересно, сколько гигабайт. Где кнопки? Где кнопка включения? Эй, где кнопка? Короче, подсунули... Где кнопка Дед Мороз подсунул планшеты без кнопки включения. Дед Мороз, где кнопка? Макс, ты в курсе? Объясни Кате, как включить, а то она никак не может понять. Быстрее, так. А, точно, он новый. Я сначала одену вот это, примерю. Там написано hello, hello. Ну теперь hello надо настраивать. Ваш hello. Бонжур, бонжур, планшет, привет. Привет, планшет. Там еще какая-то пленочка, да, я вижу? Вот. 95 планшет? Процентов? Заряженный, да. Эльфы 5% потратили. Может, они по дороге играли на планшете? Игры. Да. Ева, тебе тоже подарок. А где Иван подарок? Я поставила ее на крышу. Да, сейчас мы тебе тоже откроем. Что, ты хочешь, чтобы я тебе сделал? А, закрыл. Вау! Да. Ну, я такого не ожидал. Я тоже. Я ожидал максимум iPad Air. И Катерина. Вот, все будут знать, что это планшет Катерины. Ева, это не еда, да? Это я не... Он должен магнититься, просто как так? Ева это облизала. Вот. Ева, это не еда. Класс. Это
Единорожек. Поняла? Хорошая киса. Печеньки? Вот это Ева съела? 100% Гучи съела. Как это открыть? А просто пленочку ты сорви и все. Ева, так это не еда. Вот. Ева, ладно, нюхай, но не облизывай и не кусай. Какую красоту. С надписью вообще прикольно. Кать, тебе надо старый планшет, чтобы перенести все игры сюда. Иначе ты не сможешь. Вот, сравни! Сравни вот это. Сравним. Что? Ага. Ну, у тебя тут крутой чехол, очень надежный. Да. Этот более такой элегантный, нежный. Unlock the continue, окей. И все, сейчас перенесешь все данные. Теперь вот камеру, вон у тебя. Камеру переноси вот сюда. Угу. Вот эту штучку снимай. Папа, да. Я нашла какую-то сумку. Может быть, мой планшет может настроиться под сумку. Точно. Давай. My tickle, you mean to activate your iPhone. Давай близко поставим друг к другу. Ладно, English. Он почти одинаковый, но экран намного больше. Видишь, да, просто рамки. Просто есть вот это в этом. Это называется рамки. То есть рамки. Тут тоже, но оно меньше. О, Face ID. Окей. Okay. Все, уже Кать. Кстати, у Кати была проблема с Touch ID на ее планшете постоянно. English. English или русский? Что ты выбираешь? Come on, я показываю тебе мое лицо. Так, continue нажми. Но... А теперь как на телефоне ты делал? Моя вот, прическа не важна. Неважно. Лицо. Это держи, а лицо крути туда-сюда. Вот так. Ага. О-о-о-о-о-о-о. Есть? Папа. Еще раз. Что, Катя? Где Британия? United Kingdom, Катя. А. В конце в самом. Язык выбрала English, да? Да. А что не русский? Ну хорошо, просто включай планшет. Я есть русский. Включай планшет, тот я старый. А мне легче писать на английском. Вы... Ева, что ты делаешь? Она даже облизала моего единорожка. Ева. А, там у тебя русский язык был, а здесь будет уже английский. Да. Вот теперь камеру надо навести, чтобы вот эту штучку споймать. Вот эту штучку. Выше чуть-чуть. Поймала? А, вот. Вот этот пропал. А, кстати, тут мощная зарядка Pro уже идет. Точно. Тоже. Можно открыть, посмотреть, насколько? Да. Какой пароль? Это на Lightning, да. И на, она идет на... Сейчас я рассмотрю, просмотрю. Это 20-ваттная зарядка, это мощно. Я специально к своему айфону такую покупал. За, не помню сколько, за много денег. А тут вот за бесплатно идет на комплект. Это я уже открываю сам твои вещи. Это мощная, крутая зарядка, кстати. Или это, кстати, может быть, была камера? Что я заметил, у него есть Type-C этот, зарядка. У него не Lightning. Посмотри. А, USB-C? Да. А. Зарядка, это USB-C, я не знал. Я думал, что Lightning. Это первый Apple гаджет, который не на Lightning заряжается. А что за Terms and Conditions? Ты должен принять, просто обе. Окей. Может, надо подождать, типа я читаю. А, да. А, да, это типа ты читаешь. Кстати, зарядку реально я за деньги покупал. К айфону мне тоже не кладут в комплект, а зато хоть хорошо к айпэдам кладут. Я этого не отстал вообще. Это класс. Емулечка. Дальше. А волосы Кате не... Еще раз. Не мешают? Не мешают. Еще раз то же самое. Есть. А, я не могу это контить. А, share audio, record back. Ева как Гринч, злая на Новый год и меня... Поцарапала из-за этого. Ну что, подарки распаковали? А теперь давай готовиться к приходу гостей. Нужно оливье нарезать, стол накрывать. Потому что гости придут, голодные будут. И кормить маленькую собачку. Да, нам тоже принес Дед Мороз подарки. Да. Я даже специально слепила вот этот бантик на малышах коробку. Да, и тем малышам тоже. Те спят, а этот уже проснулся. Ты мне вот эту шать. Ой. Ну все, всех с Новым годом! С Новым годом! С Новым счастьем! Все, пошли, закрывайте стол. Тут пока переносятся эти данные. 6 минут переносятся, мы можем быстренько накрыть на стол, а потом опять продолжать с планшетами. Ага. Все, я накрыл на стол. Главное блюдо уже в тарелке. Это главное животное. Это главное кьют. Ставь тарелку в мойку теперь.